Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Это видео адресовано тем, кто ищет какую-либо информацию об этом усилителе, о производителе Русич. И для тех, кто совершенно случайно наткнулся на этот ролик. Кому просто интересно. Это не первый мой аппарат от этого производителя. Есть у меня еще вон худ, работающий в А-классе. Это второе приобретение из усилителей. В общем, по внешнему виду все быстро пробежимся. Это у нас отключаемый тембр-блок, подсветка, шкалики. Подсветка у нас отключается. Еще из комплектации у нас автоотключение при отсутствии сигнала более 10 минут, входящего, соответственно, сигнала более 10 минут, отключается. Это у нас полностью двойной моно, два троидальных трансформатора, два отдельных канала. Аппарат собран очень классно, очень качественно, соответствующий цене. Это без сомнений. Так, пломба. Вот так вот это выглядит сзади. Возможно, может показаться, что немного неудобно расположено отключение подсветки, как видите, и автоотключение. Автоотключением не пользуюсь, подсветку не отключаю, сразу скажу. Кому-то может показаться очень неудобно. Так, из входов это у нас три отца и XLR. Разводка серебряным проводом, пайка тоже серебром. Теперь немножечко про звук. Это, конечно, все очень субъективно, потому что у каждого не только свои уши, своя голова, но еще своя комната и свои провода. Поэтому негативных отзывов, как я посмотрел, по звучанию на него нет. Придраться можно при желании ко всему. Но все упирается в стоимость. Если мы будем брать в расчет стоимость, за которую продают этот усилитель, импортные аналоги будут стоить в разы дороже по звучанию. Лично я непосредственно сравнивал его с Primara 30.2. Русич оказался поинтереснее звучание. Для тех, кто слышал Primara, я думаю, меня поймут. Вот. По частотному диапазону претензий нет никаких. К динамике нет у меня претензий никаких. Верха отрабатывает, ну, просто кристально. Тембр-блок, уточню, не трогаю. Как бы здесь все по нулям стоит. Единственное, что я его не отключаю, работает он в режиме стерео, можно так если выразиться. Бас быстро глубокий, сцену строит потрясающую, на мой взгляд. Опять-таки, это все с учетом стоимости данного аппарата. Комплектация на сегодняшний день будет стоить, я думаю, даже не буду говорить, узнаете, кому интересно, стоит соответствующе, выглядит аппарат соответствующий, однозначно рекомендую к приобретению. Для тех, кто, еще раз скажу, для тех, кто очень сильно сомневается, посмотрите, может быть, у друзей или в городе у кого-то есть данный аппарат, кто-то продает, можно просто взять, просто послушать, сравнить со своим, стоит, не стоит. Будет очень хорошо, если вы сложите о нем свое личное мнение перед покупкой. Это будет очень правильно. Брать вслепую... Я взял вслепую. И не жалею, я его не слушал. Захотел, купил. Не жалею. То же самое было и с худом. Захотел, купил и не жалею. Продавать не собираюсь. Устраивать на все 100%. Мощности в 250 ватт на канал для среднестатистической квартиры хватает за глаза, как вы понимаете. Дискотеки никто не устраивает, соседям райскую жизнь, в кавычках, тоже. На околокомфортной громкости слушается очень приятно. С учетом того, что аппарат сам по себе, на мой взгляд, универсален. Отыгрывает все жанры, от очень ритмичной музыки до очень мелодичной музыки. Многокомпонентные симфонии отыгрывает, ну, просто потрясающе. Это, я говорю, это просто надо услышать. На данный момент он, сразу скажу, играет у меня
на постоянной основе с итальянской акустикой Чарио Синтер 100 для комнаты 18 квадратных метров за глаза ее. С учетом баса, который она дает, середина, верха, ну и все, конечно, от усилителя зависит. Усилитель с ней справляется феноменально. Раскачивать ее не приходится, несмотря на то, что у нее чувствительность 88 дБ. Но это я немножко так отошел. Аппарат достойный. Ребят, просто возьмите вот у кого-нибудь там под Manibag или еще под какие-нибудь там условия взять послушать. Придите домой, послушайте. Я вас уверяю, аппарат вас приятно удивит. Всем добра, хорошего музыки.